чтобы мы не задерживали его, правильно дышали, но при этом не контролировали дыхание. То есть надо следить за тем, чтобы мы просто дышали. В наше время это очень важно, в силу того, что мы знаем, что от дыхания, от кислородной недостаточности и увеличенного количества углекислого газа, конечно же, может нарушаться кровообращение, закисляться наша кровь, и это, конечно, может приводить к различным неприятностям. Мы знаем, что гипоксия всегда приводит к каким-то воспалительным процессам в организме, которые могут задать толчок каким-то другим очень неприятным болезням, даже к онкологии могут приводить. Это вот все из-за гипоксии. Поэтому очень важно наладить наше дыхание, не забывать дышать. Мудрецы всегда говорили, что чем медленнее ты дышишь, тем дольше ты живешь. И расслабляемся, делаем глубокий вдох. Обычный выдох. Подышим чуть-чуть в капалабхате, втягиваем резко живот, аккуратно, да? И делаем резкие выдохи носом. Глубокий вдох и нормализуем дыхание. И еще вдох и выдыхаем резко. Восстанавливаем дыхание. Здесь важно отметить, что при резких выдохах у вас не должно быть кислородной недостаточности, не должно быть такого, что «О, мне не хватает воздуха, не могу больше выдыхать». То есть мы для этого делаем вдох, набираем воздуха и начинаем выдыхать, и должен воздух оставаться, да, чуть-чуть, всегда. И не должно быть такого, что мы прям полностью воздух выдыхаем. Поэтому аккуратно здесь следите за тем, чтобы вам хватило воздуха. Еще раз вдох, выдох. Молодцы, еще раз вдох. И плавный, медленный выдох. Начинаем переходить уже плавно к разминке. Начинаем с шеи, вправо, влево. При этом стараемся опустить плечики. И начинаем сразу делать круговые движения в правую сторону, назад. Не должно быть никаких неприятных ощущений, если вы чувствуете, что у вас хрустит шея, спина. Особенно сзади, когда вы делаете круговые движения, убедитесь в том, что у вас нет этого дискомфорта. Если вы что-то чувствуете, как будто там что-то зажало сухожилие, то постарайтесь не делать круговые движения назад, сделать небольшой перерыв. И тогда мы сегодня просто порастягиваем спину, шею, повытягиваем ее. Особенно это полезно для тех, кто целый день на ногах стоит и компрессируется, да, позвоночники. В другую сторону, в левую сторону. И для тех, кто сидит, тоже очень сильно компрессируются позвоночники, затекает шея, и из-за этого могут быть всевозможные заболевания в области головной боли, либо недостаточность кислорода, да, в мозг не поступает, и всевозможные остеохондрозы из-за этого тоже происходят. Делаем вдох. Потихоньку начинаем круговые движения туловища в одну сторону, в другую. И делаем круговые. Вправо уходим. Округляем спинку, опускаем шею, подбородок, груди. И в левую сторону круговые движения. Назад мы здесь не будем делать, но будем перекатываться через центр. Округлили. Здесь очень важно подбородок, груди. И в другую сторону. Еще раз. Округлили. И потихоньку делаем такие круговые движения из стороны в сторону. Здесь тоже очень важно
растянуть плечи, растянуть спину и в другую сторону. И делаем с вами теперь вперед, уходим, наклоняемся грудью, назад также округляемся как кошечки, подбородок груди, снова вперед, уходим грудью, прогибаемся в пояснице. Не забываем дышать. Если мы хрустим, ничего страшного. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Хорошо. И потихоньку уходим собаку мордой вниз. Я знаю, звучит очень страшно и пока что непривычно. Но можно здесь сгибать колени. Сейчас пока что не сильно растягивайтесь, потому что я знаю, очень тяжело вначале все это делать. Сгибаем коленочки, тянем макушку к полу. Шея абсолютно расслаблена, прогибаемся в грудном отделе. Вы видите, что я не в пояснице особо прогибаюсь, а именно в грудном, там где плечи, да? То есть в лопатках прогибаемся, тянем грудь как можно ниже к полу или к бедрам, а макушку тянем к полу. Животом тоже тянемся к бедрам и стоим в таком положении какое-то время. Обязательно убедитесь, что на вас нету никаких носков, потому что если вы будете скользить, ну, это будет достаточно сложно. И потихоньку уходим на колени и немножко мы с вами разомнемся здесь. Поделаем небольшие махи, покачаем наши ягодицы, делаем 10 раз наверх. Если у вас есть вот такая резиночка, это даже лучше. Делаем 6, 5, 4, 3, 2, 1 и другая нога. И здесь желательно толкать пяткой пространство, как будто вы стучитесь в небо пяткой. 3, 2, 1. Молодцы. И снова уходим назад в позу ребенка. Восстанавливаем дыхание. И потихоньку перекатываемся, как кошечки. Разминаем туловище, таз и колени. Особенно у кого они хрустят, будьте очень аккуратны. Следите все внимание, чтобы ушло в колени. И останавливаемся в этой позе, делаем прогиб в грудном отделе и в пояснице, вдох, выдох, округляемся в грудном отделе. Здесь обязательно прогнуться не в пояснице, а в грудном отделе. Вдох, выдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох. Все время округляемся на выдохе, чтобы выдыхать весь воздух из тела и было легче округляться. Делаем вдох и останавливаемся. На этом моменте вытягиваем правую ножку и делаем махи 10 раз. Молодцы. И левой ногой делаем махи. Молодцы. И еще раз правой ногой махи. Обратите внимание на носочек. Носок у нас флекс нога. Нога напряженная. Ни в коем случае никогда ее не расслабляем. Коленка натянута. Молодцы. И снова уходим в собаку мордой вниз. Уже будет для вас гораздо приятнее уйти в собаку. После того, как мы покачали ягодицы. И теперь потихоньку ставим правую ногу по центру, поднимаем левую.
Можно пока ее держать в закрытом состоянии. Нога параллельно полу. И потихоньку поднимаем ее наверх, насколько это возможно, раскрывая таз. И тянем, тянем ногу наверх. Я знаю, ягодица уже горит, но мы продолжаем тянуть. И уводим левую ногу вперед в позу голубя. Pigeon pose. Делаем вдох. Плавный, медленный выдох. Уходим вниз. Растягиваем нашу ягодицу. И сгибаем правую ножку, коленочку. И тянем правое бедро. Молодцы. Немножко еще побыли в этом состоянии. И плавно убираем правую ногу вперед, заводим ее за левую. Если вы находитесь в том же положении, что и я, вы не потеряетесь. Да? Мы убрали ногу назад и увели ее просто вперед. И захлестнули. Делаем вдох. И выдох, скрутка. Скрутка в правую сторону. Противоположную сторону от вашей захлестнувшейся ноги, да, которую вы захлестнули, и она находится сверху, туда и мы и поворачиваемся. Дышим на выдохе. Уходим дальше, плечики опущены. Не забываем дышать. В доме уже очень жарко. На улице жарко. Скоро придется включать кондиционер, но я его не включаю для вас, потому что он очень шумный. Поэтому занимаемся, прогреваемся. Если вы занимаетесь дома, особенно вечером, тоже я советую вам выключить свет, потому что таким образом вам легче будет заниматься. При выключенном таком темном свете можете включать свет, свечки, но я не советую включать свечи, потому что они забирают кислород, и все-таки потом они сгорают, а нам нужен кислород. То есть вы можете включить кондиционер, выключить свет. В таком состоянии вам легче будет заниматься именно стретчингом, потому что наши мышцы любят тишину, темный свет, спокойствие и тепло. Поэтому не надо сильно, да, кондиционер тоже включать. И поднимаем правую ножку наверх, тоже тянемся с ровной спинкой. Можно носочек на себя. И по чуть-чуть тянемся и пододвигаем ножку к себе. Вообще в идеале заниматься йогой после того, как вы сильно разогрелись, тогда ваши мышцы будут максимально гибкие и расслабленные. Так, после того, как мы потянули ногу, мы убираем ее по центру коврика, встаем на нее и вытягиваем левую ножку наверх. Вытянули наверх, стоим в таком положении. Другая нога параллельно полу. И мы делаем небольшие такие скрутки в одну сторону. Раскрываем грудную клетку. Раскрываем таз. И в другую сторону. Противоположную сторону будет сложнее, поэтому здесь, может быть, нужно вам пристегнуть колено. Опорное, да, не заднее. И, может быть, вам понадобятся какие-то здесь кирпичики. Но я не люблю пользоваться ничем дополнительно. Я надеюсь всегда на свое тело. Молодцы, сгибаем заднюю коленку. И немножко с вами порастягиваемся. Молодцы. И уводим эту же ногу заднюю назад. И чуть-чуть с вами порастягиваем таз. Уходим вперед к ноге. И чуть-чуть поскручиваемся в противоположную сторону, вправо. Здесь очень хорошо растягивается ягодица, почувствуйте это. И в другую сторону с разворотом задней ноги, да, параллельно другой.
Таким образом очень хорошо растягивается внутренняя поверхность бедра. Почувствуйте это. Молодцы. Еще немножко можете постоять в этом положении. Когда вы разворачиваетесь к своей ноге, убедитесь, что между ногами у вас есть пространство на уровне таза. И немножко уводим руки назад и постараемся поднять заднюю ножку. Хотя бы на долю секунды. Ничего страшного, если у вас там не получается. Это уже следующий уровень. Не будем оставаться долго в этом положении. Собираем ножки вместе. Между ними уровень таза. И уходим вниз. Расслабляемся. Можно здесь покачаться из стороны в сторону. Расслабиться. Подышать. Молодцы. Делаем вдох. И уходим снова в собаку мордой вниз, как мы с вами и начинали. Уже уходить в собаку гораздо легче. Почувствуйте, что правая нога у вас гораздо мягче и растянутей. Левая нога еще недостаточно растянута, поэтому левую ногу ставим по центру, правую поднимаем наверх. Таз пока закрыт. Выравниваем, да, состояние. Можно чуть-чуть раскрыть таз и приподнять ножку наверх. Да, еще раз, если вы стояли в закрытом состоянии, просто разворачиваем таз и приподнимаем ножку наверх. Можно сделать флекс, можно сделать носочек натянуть. Можно чуть-чуть призакрыть таз, постараться, что будет сложнее. Да, если вы закроете таз и поднимете ногу наверх, будет очень сложно. Поэтому мы раскрываем таз. Тянем ягодицу, чуть-чуть еще тянемся и убираем ножку в pigeon pose, поза голубя. Делаем вдох. Плавный, медленный выдох. И собираем заднюю ногу, убираем ее, чуть-чуть тянемся здесь. И можем немножко растянуться назад. Следим за дыханием. Стараемся ни о чем не думать, сосредотачиваемся только на нашем теле. Убираем все внимание в наше тело. Видим, где у нас больше напряжения, туда убираем внимание и прорабатываем эти области. Хорошо. И мы немножко, я сейчас подвинусь, немножко по центру, то я ушла. Pigeon pose. Очень приятная поза, где мы можем с вами растянуть ягодицы, где мы можем с вами выровнять таз, где мы можем с вами добиться гибкости в коленях. И захлестываем теперь левую ногу за правую. Делаем вдох. И выдох, скрутка в ту же левую сторону, ногу, которую мы захлестнули. Делаем выдох, скручиваем позвоночник и смотрим в ту же сторону. Молодцы. Вдох, чуть-чуть потянулись наверх,
чтобы не было компрессии позвоночника. И натягиваем теперь левую ножку, да, мы берем левую ногу, ни в коем случае вот так не округляемся, да, лучше согните эту ногу левую, но спина пускай будет ровненькая. И потихоньку выпрямляете коленку. Если получается, еще ближе к себе мы ее подтягиваем, но старайтесь делать это очень аккуратно, потому что мы еще не сильно размялись. Мы на полпути. Молодцы. Я знаю, очень сложно пока что делать это в таком состоянии. Опускаем левую ножку по центру и выпрямляем правую. Точно так же раскрываем таз. Смотрим на меня. А может быть, вы не на меня смотрите, но важно здесь таз раскрыть. Нога задняя сильная, коленка натянута. Стопа не болтается, натянута. Руки сильные, смотрим наверх. Раскрываем плечи. Теперь закрываем все это дело. И в другую сторону. В другую сторону гораздо сложнее. Здесь делаем то же самое, что в предыдущий раз. Постарайтесь не падать. Если падаете, то аккуратно. Ставим ножку назад. Поставили заднюю ногу, которая, да, была у нас сзади назад. Ничего не путаем. Наклоняемся к левой ножке. Мы работаем сегодня, сейчас, в данном случае, с левой ногой только. Мы стояли на опорной левой. И она оказалась у нас сейчас спереди. Не путаем, да? И разворачиваемся в левую сторону в закрытом состоянии. Молодцы. Немножко разворачиваем таз. И раскрываем тело, наверх смотрим. И в этом же состоянии закрываем полностью ноги, переворачиваемся по центру и наклоняемся вперед, полностью расслабляемся. Здесь стараемся прогнуться в пояснице. Убираем руки назад и прогибаемся таким образом, чтобы мы прокрутили с вами локтевые суставы, шея абсолютно расслаблена, поболтайте ей, не должно быть никакого напряжения, никаких мыслей в голове, тело абсолютно расслаблено, опускаем руки вниз и еще немножко тянемся, подтягиваем руками себя к ногам, так, чтобы живот уходил между ног и максимально растягивали задние поверхности ног. Молодцы. И теперь разворачиваем пятки вовнутрь в таком положении и растягиваемся в таком положении, так, чтобы, конечно, коленки у нас составляли 90 градусов. Делаем вдох. И медленный выдох. Уходим ниже, насколько это получается. Еще вдох. Медленный выдох. Еще вдох. Медленный выдох. Если хрустят суставы, ничего страшного, просто делайте это все медленно. И немножко с вами из стороны в сторону похрустим коленочками. Молодцы. Обратно собираем ноги, уходим вниз.
Постарайтесь, чтобы ваше дыхание было consistent, постоянно одинаковое, чтобы оно не ускорялось, не замедлялось, постоянно было в одном состоянии. Молодцы. Собираем ножки. Находимся в таком состоянии на носочках. Теперь мы с вами немножко поработаем с балансом. Смотрим в одну точку. Постараемся убрать все мысли негативные или те, которые заставляют вас думать о бытовухе, о том, что нужно делать, что планировать, как поступить. Убираем все негативные мысли, формируем только фокус на нашем теле. Это индикатор вашего спокойствия. Если вы сумели сегодня уловить этот баланс, значит, практика удалась, значит, мы все делаем правильно. Каждое занятие мы будем заканчивать балансовыми позами. Начинать и заканчивать такими позами, либо позой дерева. Таким образом мы будем понимать, насколько практика была хорошая, потому что вначале нас всех колбасит, мыслей очень много, мы не можем найти баланс, а в конце практики мы должны быть полностью сбалансированы, сгармонизированы и опускаемся вниз. Нельзя долго задерживаться, да, в таком состоянии, нежелательно. Еще сделаем одну балансовую позу, поза дерева. На одной ноге. Если вы делаете на правой, то таким образом вы проверяете, насколько ваши качества, мужественные качества, так скажем, янской энергии сбалансированы. Если вас колбасит, то вам, скорее всего, не хватает этих качеств мужественных, стойкости, силы и так далее. Если все хорошо, меняем ногу, вдох, выдох, меняем ногу на противоположную. Если вы стоите на левой ноге, обязательно нельзя здесь, да, вот так вот стоять с выпущенным животом. Обязательно подтягиваем живот, подтягиваем ногу, особенно тазобедренный сустав, да. Он должен быть всегда сильный, особенно в таком возрасте, после 50. Всегда нужно следить за тазобедренным суставом, потому что шейка бедра очень может быть ломкая, она достаточно хрупкая может быть, поэтому мы всегда фокусируемся в практике на тазобедренных суставах, на мышцах, которые поддерживают эту область. Если у вас колбасит по левой ноге, то значит не хватает каких-то женственных качеств. Мягкости, спокойствия, гармонии. Вам не хватает мягкости, женственности. Поэтому посмотрите. Всегда бывает такое, что вроде вас не колбасит ни по левой, ни по правой, но какая-то из ног не очень комфортная. Обратите внимание. Оп, а это я посмотрела на микрофон. А может быть, действительно мне не хватает мягкости, женственности. Отвлеклась немножко. Мне можно, потому что я еще говорю при этом. И стараюсь, чтобы был хороший звук. Старайтесь сфокусироваться на своем теле, на том, что говорит ваше тело, а не разум.
Опускаем ножку вниз. Делаем глубокий вдох. И опускаемся вниз. Садимся, как нам удобно. У меня всегда хрустят колени, не обращайте внимания. Кстати, я когда стала пить белок, и белок подразумевает то, что когда вы что-то пьете, нужно пить много воды, если это коллаген, да, нужно, чтобы все это усваивалось хорошо, нужно пить еще больше воды. У меня перестало какое-то время хрустеть колени, но на какой-то период буквально времени, не знаю, там на неделю, потом все это возобновилось. То есть мне нужно прям полноценным таким мощным курсом все это пробивать. Вот, но не всегда хватает времени, как вы знаете, да, и дисциплины все это делать. Вот, но сегодня, благодаря вам, я вспомнила. Сейчас пойду выпью коллаген еще. Вот, делаем еще вдох. Чуть-чуть с вами помедитируем, побудем в состоянии здесь и сейчас, и я вас отпущу, обещаю. Нормализуем дыхание. Опускаем плечи, расслабляем мышцы лица. Тело абсолютно расслаблено и гармонично. Мы убираем наше внимание в ту часть тела, которая чувствует напряжение. Если вы этого не чувствуете, никакого напряжения, то просто убираем внимание в дыхание и наблюдаем, как прохладный воздух проходит через ноздри, уходит в легкие, насыщаются легкие кислородом. И мы делаем плавный выдох через рот и наблюдаем, насколько этот воздух теплый, обогащенный углекислым газом. И просто наблюдаем за тем, как происходят процессы дыхания в нашем теле. Насколько мы гармоничны, раз мы наблюдаем за дыханием, а не за тем, что нас болит, что нас волнует в нашем теле. Все внимание только на материальную часть, на физическую часть, не на мысли, не на ментал, не на мечты, не на астрал, а только на материальную физическую часть нашего тела. Когда вы сгармонизировали ваше дыхание, мы делаем еще глубокий вдох. И впускаем в себя теплый свет, впускаем в себя тепло, чистую, прозрачную энергию любви, мира, гармонии. И на каждый выдох убираем эту энергию в себя, как в сосуд, и постепенно заполняем наше тело этой энергией. Делаем вдох, представляем, как чистая светлая энергия проходит через наши ноздри и вливается в наше тело с самого дна. Сначала в стопы, потом в колени. И проливается вверх в бедра. И еще раз делаем вдох. Почувствуйте эту энергию, этот поток, как он вливается в наше тело, как водопад чистый. Энергией. Эта энергия может проходить через макушку, сверху, и таким образом с каждым дыханием
каждым вдохом и выдохом мы наполняемся этой энергией. И чем медленнее вы дышите, тем чище, прозрачнее и сильнее идет этот поток. Чем меньше мыслей вы испытываете, тем больше энергии проходит ваше тело. И здесь ладони убираем наверх, когда вы полностью уже заполняетесь. Вы можете ощутить, что эта энергия идет в ваши руки. Ваши руки становятся аккумуляторами этой энергии. Положительной, чистой, светлой, которой вы можете распоряжаться, когда хотите. Ощутите, как эта энергия вливается в ваши ладони, и они становятся такими проводниками энергии, как зарядными устройствами, которые сохраняют энергию на долгое время. Почувствуйте, что ладони становятся более тяжелыми. Почувствуйте небольшое покалывание в пальцах рук. И делаем глубокий вдох. Собираем вокруг себя пространство, закрываем его. Закрываем от всего негатива, от всех негативных людей, мыслей, взглядов. Делаем выдох, разогреваем ладони, аккумулируем эту энергию, чтобы наша аура становилась более сильной. Наши ладони всегда были разогреты, там всегда было много энергии. Мы всегда можем обратиться к этой энергии, попросить помощи. И убираем эти ладони туда, куда считаем нужным, в ту область, которую мы считаем, нужна больше всего энергия. Это может быть любая чакра, вишудха. Это может быть первая корневая чакра, у многих она страдает. Да, это Сватхистана, Манипура. Это может быть анахата чакра, чакра нашего сердца, любви, сострадания. Это может быть аджна чакра, наши мысли, наше подсознание. Это может быть просто ваше лицо, ваши глаза. Просто, может быть, хочется закрыть глаза и дать отдохнуть вашему лицу, вашему зрению, не получать никаких образов, мыслей, никакой информации. И снова делаем глубокий вдох, закрываем наше пространство. Мы абсолютно чистые, абсолютно защищенные, абсолютно добрые, любимые и любимы. И посылаем эту теплую энергию тем людям, которые нуждаются в этом. От вас не убудет, это точно. Просто представляем, как маленькие лучики света испускаются в разные стороны, посылаются
вашим любимым, близким, родным. Пускай вы станете таким лучиком света, который дарит тепло. И мы чувствуем, как каждый раз, когда мы дарим это тепло, мы можем воспользоваться этой практикой в любое время, и вы можете почувствовать, как обратно приходит к вам еще больше тепла, еще больше спокойствия. И мы собираем обратно эти лучики тепла, которые идут уже к нам обратно, от тех людей, которые получили эту энергию. Мы с вами становимся такими некими проводниками. Это абсолютно безопасно. Это даже очень полезно для вас, потому что мы излучаем положительную энергию. Энергию любви, счастья, добра. И мы в теле тоже чувствуем это спокойствие. Благодарим себя за эту практику. Большие молодцы. Постарайтесь заниматься подобной практикой каждую хотя бы неделю, чтобы восполнять свои ресурсы. Таким образом, также помогать другим людям, когда мы спокойны, когда мы уравновешены, когда мы излучаем здоровье и тепло, тогда вокруг нас люди становятся тоже такими же. Так что потихоньку открываем глаза, благодарим себя за эту практику, намасте, и всем отличного дня, всем пока-пока!